По признанию организаторов, изначально предполагалось провести небольшой конкурс талантов. Но когда заявки стали поступать из других городов области и даже из Бурятии, тогда пришлось расширить границы проекта. К участию допустили не всех, так как выступать придется не на обычной сцене. Отсеивались такие вот, как большие коллективы танцевальные или, допустим, вот у нас даже был дрессированный собака, дрессированные собаки, но, к сожалению, тоже у нас ресторан собачек принять не может сюда. Тебя я заколдую, тебя ко всем ревную, но, может быть, по взгляду прочтешь и отобьется. Желающих проявить себя оказалось так много, что конкурс не ограничится одним туром. Итак, в первом этапе выступят 22 участника. Это вокалисты, хореографы, силачи, авторы светового и даже песочного шоу. Возраст конкурсантов от 18 до 45 лет. Я представляю свою школу, занимаюсь я танцами. Представляю в основном такие стили, как стрип-пластика, хай-хилс. Это бешеные танцы на каблуках. Это как раз то, что мы будем показывать. Гоу-гоу стиль. Ну и другие женственные стили, которые очень популярны сейчас в настоящее время. Джаз-фанк, хай-хилс, стрип-пластика. Судьбы насмешкою я в рясу облачен, на муки адские навеки обречен. Владимир Тайшихин в обычной жизни работает охранником. Для конкурса выбрал колоритный образ из мюзикла «Нотр-Дам». Я абсолютно не занимался музыкой никогда, то есть я самоучка, дома сначала на гитаре учился играть, немножко научился, потом петь понравилось, ну и как-то так. В охране я работаю недавно. И, в принципе, в этом городе я недавно. Я приехал из Бурятии. Победители конкурса получат 10, 20 и 30 тысяч рублей. Главный приз – от ресторана «Барин». Предполагаются также приз зрительских симпатий и поощрительные подарки. Первый тур конкурса пройдет уже в четверг, 23 октября. Во второй этап перейдут 13 участников и еще трех сможет спасти зрительское голосование. Половина мест в ресторане уже забронирована группами поддержки участников. Поэтому, если вы хотите увидеть все своими глазами, не упустите момент. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.